Брянский железнодорожный узел Московской дороги – один из крупнейших на сети. Станция имеет свою специфику. Здесь нет парков отправления, и сформированные поезда отправляются непосредственно с путей сортировочных парков. Министерство путей сообщения и ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта одобрили инициативу коллектива предприятий Брянского узла, развернувших комплексное соревнование за ускорение продвижения поездов и эффективное использование транспортных средств. Главным направлением этого соревнования является борьба за отправление поездов высокого качества. Планирование поездообразования с использованием ЭВМ вычислительного центра Московской дороги значительно ускорило формирование поездов, сократила простой вагонов и облегчила труд движенцев. Смена маневрового диспетчера Дмитрия Егоровича Биткова первой добилась лучших показателей по формированию и отправлению поездов высокого качества. Поезда формируются в точном соответствии с планом формирования и отправляются строго по графику. Гарантируется качественная погрузка и крепление грузов, что исключает отцепки вагонов в пути следования по коммерческим неисправностям. На каждый вагон оформляется удостоверение. Работники технической конторы заполняют натурный лист в точном соответствии с расположением вагонов в составе и ставят знак высокого качества, что стало своеобразной эмблемой труда брянских железнодорожников. С внедрением опыта вождения поездов повышенного веса и длины были внесены дополнительные требования в положение о поездах высокого качества. Теперь знак качества может быть присвоен только поезду повышенного веса или длины. Ежесуточно со станции Брянск отправляется около 90% таких поездов. Руководство отделения дороги целеустремленно организует подготовку хозяйства к освоению возрастающих объемов перевозок на основе механизации и автоматизации, прогрессивной технологии и передового опыта, комплексного развития предприятий узла. Слаженная работа Брянского узла – результат творческого содружества движенцев, локомотивщиков, вагонников, путейцев, связистов и энергетиков. Заслугой брянцев стала сложившаяся многолетняя традиция помогать друг другу с одной целью –
обеспечить беспрепятственный пропуск вагонопотоков. Большую работу проводит совет главных инженеров предприятий узла. Он организует ликвидацию узких мест на каждом предприятии, изыскивает резервы по дальнейшему совершенствованию всей работы станции, обеспечивает четкую и оперативную взаимосвязь между смежниками. Особое внимание уделяется внедрению технических новшеств, рационализаторских предложений и изобретений. Коллектив отделения дороги уже много лет удерживает первенство в сетевом соревновании рационализаторов и изобретателей. Самоотверженная работа железнодорожников Брянского узла превратила его в узел высокой индустриальной культуры производства. Эффективность и качество работы Брянского отделения по переработке грузопотока зависит и от слаженности в работе с соседними отделениями Конотопским и Гомельским. Условиями социалистического соревнования этих отделений учрежден переходящий приз дружбы, который вручается коллективу лучшего отделения за высокие показатели по формированию и проследованию поездов. Брянские железнодорожники, выполняя постановление Центрального комитета КПСС об опыте работы коллективов предприятий Московской железной дороги, эффективно используют важнейший резерв освоения постоянно возрастающего грузопотока, вождения поездов повышенного веса и длины. Инициаторами вождения таких поездов выступили машинисты электровоза, депутат Верховного Совета Российской Федерации Василий Васильевич Шимахов, и депутат Брянского городского совета Геннадий Николаевич Денисов. На Брянском отделении Московской дороги за год проведено около 30 тысяч поездов повышенного веса и длины, в которых дополнительно перевезено более 12 миллионов тонн грузов народного хозяйства. При этом качество гарантируется. Почин работников Брянского узла перерастает в соревнования за превращение всего отделения дороги в комплекс предприятий высокой эффективности и качества перевозок.